Всем доброго времени суток, вы на канале Hardres Info. Это телефон Duji X100, и сейчас я вам покажу, как добавить блокировку на данном устройстве. Для начала мы перейдем в настройки, для этого разворачиваем шторку уведомлений, нажимаем на шестеренку, а после выбираем опцию местоположения и защита. Здесь выбираем блокировка экрана, после этого выбираем, какой способ мы хотим выбрать для блокировки, графический ключ, пин-код или пароль. Пускай это будет графический ключ. Нарисуем его на экране и нажимаем далее. После этого подтверждаем. Затем выбираем опцию уведомления. Как на заблокированном экране будут показываться уведомления. Либо же будут показываться все уведомления, либо же будут показываться только общие, без сообщений и так далее. Или же вообще не будут показываться уведомления на экране. Я ничего менять не буду, а вы установите по своему усмотрению. Нажимаем «Готово». И все, можно проверить наш пароль. Заблокируем устройство. Попытаемся разблокировать. И как вы видите, теперь нам нужно ввести графический ключ. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч. Пока!